Уже 4 региона ввели обязательную вакцинацию для всех категорий граждан. К примеру, Москвы последовали Подмосковье, Кузбасс и Сахалин. Не исключено, что такие меры примут и в Нижегородской области, но пока власти лишь ввели новые ограничения. Мы решили узнать у саровчан, что они думают об обязательной вакцинации. Ну, естественно, это уже. Чем больше сделают, тем лучше будет. Я считаю, что вакцинация, она полезна, потому что действительно вот у меня тоже вот были случаи, когда вакцинированный человек из моих знакомых заболел, но течение болезни было гораздо легче, чем у невакцинированного. Вот. Поэтому вакцина, скорее всего, она все-таки полезна, должна помогать, но принудительно все-таки это лишнее, мне кажется. Ну, наверное, принудительная вакцинация, она должна быть в соответствии с состоянием здоровья человека. То есть нужно как бы человеку пройти обследование, если он в чем-то сомневается. Но если люди здоровые, и как бы, то, конечно, нужно прививаться. Я бы с удовольствием, но нельзя. Муж привился у меня, сын привился. Так что я вот ничего плохого не вижу. Я привился нормально. Положительно. Почему? А? Почему? А потому что после вакцинации прекрасно жить. Конечно, поможет. Если все вакцинируются, уже меньше будет. Сейчас уже молодежь заражается. До 20 лет уже заражаются. Но это же не дело. Надо будет смотреть статистику. Сделаешь, все говорят, кто делает, тот это самое, еще хуже. Вот двое померли, переживаем, сделаем, да умрем, не, умирать не хочется. Сейчас у нас опять вспышка идет, третья уже. Это непорядок, правильно? А тем более еще какой-то индийский штамм, это... Нет. Надо прививаться обязательно. Я буду. Пока еще думаю, но буду. Столько противоречивых мнений везде, во всей в сетях, в интернете. Но я же считаю, что может быть, поможет. Но я не буду делать. Пока. Не поможет. У меня два знакомых на работе работают, и друг вакцинировались и заболели через месяц. Как показал опрос, многие саровчане уже сделали, либо планируют сделать прививку. Горожане считают, что вакцинация поможет победить болезнь и приблизит Россию к снятию ограничений.